Орел или решка, пан или пропал, катаемся или саночки возим. Одним словом, победа или поражение – вот основной принцип любой игры. Вернее, почти любой, потому что у нас, если удача отвернулась от вас, это еще не поражение. И если она улыбается вам, это еще не победа, потому что это русская рулетка. Игра, в которой все решают ваше везение, ваша эрудиция и ваша выдержка. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я хочу представить вам наших игроков. Андрей Панов, 37 лет, родился в Ижевске, автомеханик. Его увлечение – детективы. Андрей, добрый вечер. Как знаток детективов, вы должны помнить о ужасной участи профессора Мориарти, который упал на дно Рейхенбахского водопада. Вас не пугает возможность повторения его участи? Пугает. Но русская рулетка, есть русская рулетка. Можно рискнуть. Ради нее вы готовы на многое. Да. Прошу вас, занимайте ваше место. Наталья Реутская. Родилась в Волгограде. Корреспондент. Занимается рыбалкой и вокалом. Наталья, добрый вечер. Из вашей анкеты я узнал, что вы планируете прыгнуть с парашютом. Там будет высоко и, в общем-то, безопасно. Здесь будет низко и неизведанно. Вас это не страшит? Риск – благородное дело, Валдис. Я желаю вам удачи. Прошу. Спасибо. Юрий Перлин, 47 лет. Живет в городе Долгопрудный. Главный специалист Мострансконтроль. Его увлечение – литература. Юрий, добрый вечер. Очень добрый. Я знаю, что вы считаете любопытство, которое вам присуще, кстати, своим слабым качеством. Но ведь именно любопытство... Тоже. Это вы считаете сильное качество, сильное, потому что наверняка именно любопытство привело вас сюда, и именно любопытство позволит вам, возможно, выиграть 1 миллион. Может быть. Посмотрим. Я желаю вам удачи. Спасибо. Прошу. Эвелина Иродионова живет в Москве по профессии домохозяйка, обожает путешествовать. Эвелина, домохозяйка – это одна из самых нервных и самых опасных профессий. Вам что, не хватает риска? Не хватает опасности? Хотелось бы поострее. Ну что же, я думаю, мы это вам устроим. Прошу. Денис Кислов, 30 лет. Родился в Новоуральске. Студент. Его хобби – игра на скрипке и аквариум. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень странное сочетание. Игра на скрипке, разведение аквариумных рыбок, русская рулетка. Вам не кажется это слегка эклектичным? Я так не думаю. Прошу вас. Уважаемые игроки, уважаемые телезрители, позвольте, я сообщу вам правила первого тура нашей игры. Вначале мы случайным образом выберем участника, который задаст первый вопрос первого тура и определит, кто из его соперников будет на него отвечать. Если вы отвечаете правильно, то в первом туре за каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Если вы отвечаете неправильно, все ваши деньги забирает участник, который задал вам этот вопрос. Более того, вам придется привести в действие механизм русской рулетки. Из 6 ячеек, 5 из них в первом туре будут для вас абсолютно безопасны, но одна пустая. И если, когда вы остановите механизм, под вами окажется пустая ячейка, то тогда мы вряд ли успеем с вами попрощаться, но сохраним у вас добрую память. Потому что это русская рулетка, игра, в которой пуля перестала быть дурой. Сейчас случайным образом мы определим участника, который будет задавать первый вопрос. Денис, это вы. В какой день масленичной недели теща приглашает зятя на блины? Прежде чем вы выберете, кто будет отвечать на этот вопрос, я хочу, чтобы на счет каждого из участников нашей сегодняшней игры было зачислено по 1000 рублей. Это сделано. Кто будет отвечать? Ну, пожалуйста, Андрей. Почему? Ну, мне понравился. У него наверняка есть теща.
Теща наверняка его любит и наверняка приглашает его на блины. Итак, Андрей. Да. В субботу, в среду. Время. Ну, в среду она не может приглашать. Мой ответ – в среду. Хорошая логика. Я принял ваш ответ. Да, совершенно верно. Именно в среду теща приглашает на блины. Вот то самое выражение «к теще на блины», оно касается среды. Мне понравилась ваша логика. В среду не может быть, поэтому в среду. Что же, она приносит вам 1000 рублей и аплодисменты зрителей. Отлично. Теперь в вашем ведении следующий вопрос, и вы определяете, кто будет отвечать. Прошу. Вопрос Юрию. Название какой области медицины в переводе с греческого означает «работа руками»? А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали Юрия? Ну, человек в возрасте, обделенный уже жизненным опытом. Да, наверняка встречался с медицинскими работниками. Да. Итак, Юрий. Терапия, хирургия. Время. Ну, в связи с тем, я так думаю, правда, я с греческим языком давно не сталкивался, но так думаю, что терапия – это же, так сказать, официальные явные отравители. Поэтому, скорее всего, хирургия. Хирургия. Я принял ваш ответ. Вы совершенно правы. Работа руками – это хирургия. Ведь хирург руками лечит пациента, ну, при помощи некоторого количества медицинских приспособлений. 1000 рублей у вас на вашем счету. Вы озвучиваете следующий вопрос. С какого возвышения в церкви читают проповедь? Кто будет отвечать и почему? Ну, я думаю, что Денис. Так. Потому что я так думаю, что первый бой должен принять на себя мужчина. Итак, отвечать будет Денис. Склероса Самвона. Время. Денис, не молчите, может быть, порассуждаете вслух? Нет. Вам пора принимать решение. Времени осталось не так много. Ну, пусть будет одно из двух. Самвона. Принято. Вам везет. Склероса в церкви поют. Поет хор, а сам вон и читается проповедь. 1000 рублей у вас. И ваш вопрос следующий. Какая из двух гор самая высокая на Урале? Кто будет отвечать? Кто, по-вашему, не силен в географии? Смотрите, Наталья начинает успокаиваться, ее пульс падает. Наталья, может быть. Наталья. Народное, магнитное время пошло. Вы знаете, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Я, к сожалению, не бывала на Урале. Но мне кажется, что это гора Магнитная, хотя интуиция может меня обманывать. Итак, ваш ответ? Мой ответ – Магнитная. Принято. Я не знаю, чему аплодируют зрители. Дело в том, что гора Народная высотой 1895 метров, Магнитная в 3 раза меньше, по высоте 614, если я не ошибаюсь. Ваша 1000 рублей достается Денису, а мы с вами сейчас, да, под подбадривающие аплодисменты зрителей сыграем в русскую рулетку. Не надо ничего бояться. А мы с вами пока поговорим. Я расскажу вам о шансах. Ваши шансы 5-1, что вы останетесь в игре. Все-таки 1 шанс из 6. Не будем об этом думать. Просто улыбнитесь и остановите механизм. Неудачи нужно воспринимать с улыбкой на лице. А радостное известие? Радостное известие... С улыбкой в тройную силу, я бы так сказала. Улыбайтесь в тройную силу, вы остаетесь в игре. Естественно.
Очень рад за вас, Наталья. Правда, вы потеряли все деньги. Это бывает в нашей игре. На то она и русская рулетка. У вас есть возможность сейчас пополнить свой запас, денежный запас. Прочтите вопрос и задайте его кому-то из ваших соперников. Какой плод культурного растения на 40% состоит из кожуры? Я хочу задать этот вопрос Эвелине. Объясню, почему. Эвелина еще не участвовала в нашей игре. Нужно предоставить ей такой шанс. Ну что же, посмотрим, насколько будет рада Эвелина этому шансу. Банан, мандарин. Время. Я, честно говоря, не знаю. Но если измерять в процентном соотношении бананы и мандарины, я думаю, кожуры больше в банане. Итак, мой ответ – банан. Ответ – банан. Да, совершенно верно, потому что мандарин на 15, максимум 20% состоит из кожуры. Эвелина, 1000 рублей за правильный ответ. Прибавляется к 1000, которая у вас была, и у вас есть возможность задать вопрос любому из соперников. Прошу. Будет ли 2100 год высокосным? Я задаю этот вопрос Андрею. Не объясните, почему? Ну, надеюсь, что он не очень быстро умеет считать. Итак, Андрей. Да. Как вы понимаете, всего два варианта ответов. Да, нет. Время. Мне кажется, не будет, потому что 2000-й был високосный вроде. Поэтому я выбираю ответ «нет». Окончательно? Окончательно. Я его принял. Двухтысячный год был високосным. Високосным является каждый четвертый год. 100 делится на 4 без остатка. Но три раза в 400 лет год искусственно делается не високосным, это делается для того, чтобы не сбить календарь. Там сложные расчеты, но вы, тем не менее, абсолютно правы. Поздравляю вас. 1000 рублей ваш. Следующий вопрос. Следующий вопрос я хочу задать Юрию. А вы его сначала прочтите. Юрию будет очень интересно его услышать. Какой известный тренер возглавлял и хоккейную, и футбольные команды ЦСКА? Юрий. Всеволод Бобров, Анатолий Тарасов. Время. Так, ну, Всеволод Бобров, он играл и в сборной по футболу, и в сборной по хоккею. Причем играл очень неплохо, и там стал чемпионом. А вот Тарасов, он тренировал и футбол, и хоккей. Тарас. Я принял ваш ответ. Андрей, вы знаете, что мне кажется, вы провидец. Юрий действительно прекрасно разбирается и в футболе, и в хоккее. Плюс 1000 рублей. Поздравляю. Спасибо. Теперь о грустном. Тур закончился. По правилам нашей игры, участнику, у которого больше всего денег, считается спасенным в конце тура. Он приводит в действие механизм русской рулетки. У нас нет лидера. У нас 3 человека заработали по 3000 рублей. В этом случае спасенным не считается никто. Это значит, что механизм русской рулетки приведу в действие я и один из вас, после того, как механизм остановится, неизбежно покинет нашу игру. Приготовьтесь. На всякий случай, желаю каждому из вас удачи. Еще страшное, но для вас, я думаю, радостное вдвойне. Во-первых, потому что вы все остались в игре. А во-вторых, деньги, которые заработал Андрей, делятся в равной части между всеми оставшимися игроками. Таковы правила русской рулетки.
игры, в которой может произойти все, что угодно. Первый тур закончился. Впереди тур номер два. Знаете, какая мысль меня посетила? Я с вами ею поделюсь. Удача – это проба счастья в ширину, а не удача – это проба на счастье в глубину. Мы продолжаем нашу игру, второй тур. Здесь за каждый правильный ответ вы будете получать по 2000 рублей. Но здесь будет три варианта ответов на каждый вопрос. И здесь из шести ячеек пустыми будут уже две. У нас нет однозначного лидера, того, кто будет задавать вопрос во втором туре. Первый вопрос определит случай в моем лице. Это вы, Юрий. Итак, первый вопрос ваш. Мы его слушаем. Что в армии не положено обсуждать? Так. Очень интересный вопрос. Так, судя по состоянию здоровья. Так, ну, Эвелина спокойна, как танк. Приказы правительства, жену командира. Время. Однозначно приказы. Приказы командира не обсуждаются. Никогда. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. У вас еще 10 секунд, чтобы изменить свое решение, вы его меняете или нет? Нет, не меняю приказ. Я принял ваш ответ. Да, приказ действительно не обсуждается, хотя я бы жену командира тоже обсуждать не стал. Это чревато. Плюс 2000 рублей вам, Эвелина. И следующий вопрос ваш. Какой полюс Винни-Пух пытался открыть в одиночку? Кто отвечает? Денис. Наверное, почему? Он давно не смотрел мультики. Итак, Денис. Северный, южный, восточный. Время. Думаю, что северный. Северный. Я принял ваш ответ. На Северный полюс Винни-Пух и все-все-все ходили вместе. А вот на Восточный полюс ходил он один. Пришел настолько уставшим оттуда, я, к сожалению, не помню, открыл он его или нет, что даже проспал ужин. Ваши деньги, 3750 рублей, достаются Велине. А мы с вами сыграем в русскую рулетку. Шансы изменились. В первом туре они были 5 к 1, теперь они 2 к 1. Но 2 по-прежнему в вашу пользу. О чем вы сейчас думаете? Кто упадет? Но вопрос не кто упадет, а упадет ли? Я думаю, именно этот вопрос должен вертеться у вас в голове. Расслабьтесь. Вы остаетесь в игре. Денис, я заставил вас изрядно понервничать, но зато вы в игре. У вас, правда, нет денег. Но у вас есть возможность их вернуть. Следующий вопрос ваш. В какой стране изобрели английский замок? Замок. Замок. Кто будет отвечать? Юрий. Юрий. Итак, Юрий, отвечать будете вы. С удовольствием. Во Франции, в Швейцарии, в Англии. Прошу. Во Франции этого не было. Французы больше шашеляфам. 10 секунд. Так, в Англии. Швейцария. Это ваш ответ? Абсолютно. Я его принял.
Я ведь говорил, что вопрос очень коварный. Странно. В 1778 году Роберт Барон в Англии изобрел английский замок. Странно, я читал. Ответ лежал на поверхности. Ну, ладно. Юрий, отдайте 3750 рублей Денису. Собственно говоря, возьми, дорогой, за вас это сделает компьютер. Ваши шансы 2-1. Прошу вас. С удовольствием. Делами хорошо так. Да, когда все заканчивается хорошо. Конечно. Смелый человек. Ну, не знаю, смелый или нет, но любопытный. Но я что думаю, там, что все-таки любопытство в данном случае уступит желанию выиграть миллион. Любопытство посмотреть, что будет там. А потом вы его отдадите? Естественно. Проверим. И у меня не каменное сердце, я тоже, поверьте мне, переживаю за наших игроков, но меня в данный момент утешает то, что Юрий желал всплеска адреналина в своем организме. Он летит, и сейчас, смею вас уверить, адреналин у него сверх меры. На этом заканчивается второй тур программы «Русская рулетка». А впереди, как вы понимаете, тур под номером 3. Очень трудно дождаться удобного случая и очень легко его упустить. Помните об этом, играя в третьем туре программы «Русская рулетка». Итак, что мы видим? Наталья, 750 рублей. Эвелина, 8500. Денис, 3750 рублей. Эвелина, первый вопрос ваш. Чьей собаке посвятил свое стихотворение Сергей Есенин? Кому вы отдадите этот вопрос? Денис, у него больше всех денег. Денис. Денис, приготовьтесь, вас сейчас будут грабить. Прежде чем это произойдет, я напомню правила. В третьем туре шансы 1-1. За каждый правильный ответ вы получаете по 3000 рублей. И здесь 4 варианта ответов. Горького, Мейерхольда, Станиславского, Качалова. Денис, время идет. Пусть будет Горького. Не желаете порассуждать логически? Посмотреть на реакцию ваших противников? Итак, ваш ответ? Горького. Я его принял. Денис, мне кажется, вы чересчур замкнуты в себе. Если вы посмотрели на Наталью, она показывала вам: нет, 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 остановись. Твой путь ведет тебя к пропасти. Собаке Качалова, дай Джим на счастье лапу мне. Итак, 3750 рублей. Это деньги Эвелины. Прошу вас. Вы сделали настолько это быстро, что удача даже не решилась оставлять вас или нет. Я вам сообщу решение. Вы в игре! Денис, ситуация знакомая. Вы опять остались без денег. И вам опять необходимо их у кого-нибудь отнять. Задайте вопрос и решите, кто будет на него отвечать. А что было написано на машине Адама Козлевича? Ну, Эвелина, пусть. Ну, в общем, да. Отыграть у нее 12250 рублей гораздо интереснее, чем у Натальи 750. Но после этого, Денис, если это произойдет, все будут охотиться за вами. Итак, Эвелина. Помой меня. Эх, прокачу. Догони. Не верь жене и тормозам. Время. Не могу точно сказать. Честно говоря, не помню. Хотя знала. Надеюсь, это будет «Эх, прокачу». Ответ окончательный, да, мне можно, да, его принять. Эх, я покажу. Его принял. Ну,
конечно же, я их прокачу, естественно. Надпись на машине Адама Козлевича знакома всем, кто читал «Золотого теленка». Вы становитесь богаче на 3000 рублей. Коварные планы Дениса не увенчались успехом. И теперь вам задавать следующий вопрос. Как официально называется Испания? Кто отвечает? Я бы хотела, чтобы ответил опять Денис. Знаете, вы это сказали с такой интонацией, что можно было прочесть между строк. Я бы хотела, чтобы его вообще не было на площадке. Это понятно, вы желаете убрать одного из своих соперников. Итак, Денис. Королевство Испания, Республика Испания, Испания, Испанская Федерация. Время. Денис, не хотите порассуждать вслух, поделиться своими умозаключениями, посмотреть на реакцию ваших соперниц? Пусть будет первый. Вы считаете, что королевство Испания? Ответ окончательный, я его принял. Да, Испания — это королевство. Это, конечно же, не республика и не федерация. Но официально Испания называется Испанией. Именно так. Вы не теряете денег, потому что у вас их, к сожалению, не было. У вас есть какой-нибудь талисман? У вас есть некая система действий, отгоняющих зло? Нет. Придумайте ее прямо сейчас, потому что вам нажимать на курок. Вы можете остановить механизм, когда захотите. Я вас не тороплю. Почему-то вспомнилась древняя поговорка, я не помню, кому она принадлежит, какому народу. Если идешь на обед к дьяволу, прихвати с собой ложку с длинной рукояткой. Не стоит испытывать судьбу при шансах один к одному дважды. На примере Дениса мы убедились, что действительно не стоит. Милые дамы, вы можете улыбнуться, потому что вас ждет четвертый тур. Третий тур закончен. Мне очень приятно наблюдать вас в четвертом туре, потому что в четвертом туре самая жесткая, самая бескомпромиссная борьба. А мужчины любят смотреть, как женщины выясняют между собой отношения. Что-то сродни боям без правил. Итак, четвертый тур. Здесь будет 5 вариантов ответов, по 4000 за каждый правильный ответ. И из 6 ячеек пустыми будут уже 4. Эвелина, ваш вопрос первый. Прошу. В какой город никак не мог улететь герой песни Высоцкого? Соответственно, Наталья. Естественно, Наталья. Вы задаете его только Наталье. Варианты. В Париж, в Ташкент, в Одессу, в Нью-Йорк, в Ростов. Время. В Париже жила Марина Владя. Но Париж не относится к этому. Ташкент – это не Ташкент. Одесса, Нью-Йорк, Ростов. Вы знаете, я думаю, что он не мог улететь. Быстрее. В Одессу. В Одессу, я принял. Четвертый раз лечу Москва-Одесса. Да, совершенно верно. Вы правы. Да, 4000 ваши. Теперь ваша очередь задать вопрос Эвелине. Какая буква не изменилась за 3000 лет с момента своего появления? Варианты ответов, Эвелина, я сейчас вам прочту. А, О, П, Р, Ж. Время. Я знала и забыла. Как обидно. Ваше время улетучивается. Я... Семь секунд. Я надеюсь, что эта буква... Я не знаю. Быстрее. О! Принято. Вы правильно надеялись. Еще 3000 лет назад древние финикийцы символом
похожим на глаз. Обозначали ряд своих понятий. Буква О, да, это символ глаза. Вы правы? Плюс 4000 вам. Эвелина. Как называются побеги кориандра, используемые как пряное растение? Эстрагон, кемали, базилик, зира, кинза. Кинза. У вас есть время? Можете не спешить, вы можете подумать. Ошибки в четвертом туре караются очень жестоко. Ваш ответ? Кинза. Я его принял. Клуб эрудитов на площадке игры «Русская рулетка». Да, совершенно верно, это кинза. Наталья, прошу. Итак, Эвелина, какой эстонский город был основан русским князем Ярославом Мудрым? Таллин, Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве. Время. Понятия не имею, какой. Ну так вот, судя по названию Кохтла-Ярве, вот Ярве, может быть, это приставка в честь Ярослава Мудрого. Надеюсь, что это Кохтла-Ярве. Я принял ваш ответ. Со временем проблемы. Хотя, вы знаете, мне понравился ваш ход рассуждений. Ярве, Ярослав Мудрый. На самом деле Тарту, бывший Юрьев. А Юрьевым он был, потому что после крещения Ярослав Мудрый получил имя Георгий или Юрий. Поэтому город назывался Юрьев. Вы ошиблись. Эвелина, ваши 19 250 рублей больше вам не принадлежат. Они принадлежат Наталье. Если я не ошибаюсь, вы еще ни разу не запускали механизм русской рулетки в нашей игре. Да, мне везло. В самом начале игры вы сказали, что вам мало ощущения опасности и риска, которое дает вам ваша работа, работа домохозяйки. Я погорячилась. Но отступать уже поздно. Сказанное, а теперь сделанное. Прошу вас. Вспомните какой-нибудь самый удачный день в вашей жизни. Может быть, вам это поможет. Не помню, ничего. Тогда надейтесь на удачу. Наталья, вы остались одни. Один на один с механизмом русской рулетки и со мной. Но у вас есть удача, ваша эрудиция и ваша выдержка. Все это вам очень понадобится в финале, потому что четвертый тур на этом заканчивается. Наталья Риутская, вы в финале. Вы заработали в четырех турах 28 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вам будет жалко, если вы их потеряете? Ну, если я скажу, что нет, это будет выглядеть неправдоподобно. Но вы знаете, на самом деле я не буду об этом жалеть, потому что деньги можно заработать. Вы их не потеряете в любом случае, потому что это ваши деньги, и проиграть их вы уже не можете. Итак, правила финала. Три раунда. В первом раунде я задам вам вопрос стоимостью 50 тысяч рублей. Но перед этим вы приведете в действие механизм русской рулетки. После того, как вы сочтете нужным остановить его, вы его остановите. Затем вы займете любое из шести игровых мест, которое вам нравится, которое, как вы считаете, может принести вам удачу в случае вашего неверного ответа. После этого я задам вам вопрос стоимостью 50 тысяч рублей. У вас не будет вариантов ответов. И у вас будет 10 секунд на размышление. Если по истечении этого времени вы не отвечаете мне, либо отвечаете неверно, три люка из шести откроются автоматически. Вам понятны правила финала? Да, понятно. Я предлагаю вам сыграть в русскую рулетку. Ну что ж, испытаем фортуну. Вы очень быстро привели в действие и остановили механизм. Это ваше право. Теперь выбирайте любое из шести мест. Мне нравится место напротив ведущего.
Пожалуйста. Она может оказаться спасительным в случае вашей ошибки, либо губительным в случае все той же ошибки. И оно не будет иметь никакого значения, если вы дадите мне правильный ответ. Напоминаю, у вас нет вариантов ответа, есть 10 секунд на размышление. Вот вопрос. Кто, по легенде, родился после кесарева сечения и тем самым дал название этой операции? Время. Пять секунд. Наталья, отвечайте. Быстрее. Кесарь. Нет, к сожалению, не могу принять такой ответ в таком виде. Гай Юлий Цезарь, согласно легенде, хотя это на самом деле не так, родился после кесарева сечения, тем самым дал название этой операции. Люки открываются автоматически. Однако... Фортуна мне продолжает улыбаться. И заметьте, мне тоже, потому что сделай я полшага назад, наверное, вы бы продолжали вести эту игру вместо меня. Поздравляю вас от всей души. Наталья, вы ответили неверно, но тем не менее вы остаетесь в игре, сохраняете свои позиции. Вы не заработали 50 тысяч рублей, я даю вам следующий шанс их заработать. Итак, приведите в движение механизм, прошу вас. Посмотрим, что на этот раз скажет нам фортуна. Теперь решайте, какое игровое место вы планируете занять до того, как я задам вам следующий вопрос. Вы знаете, почему-то вот эта интуиция подсказывает мне, что это место. У меня не надо спрашивать, я вам все равно не подскажу. Полагайтесь только на свою интуицию. Кто строит морские атоллы, острова в форме кольца с лагуной внутри? Время. Я думаю, что это коралловые рифы. Ваш ответ? Кораллы. Кораллы, верно, да! Уходите с этого места, оно может быть опасно. Совершенно верно, вы выигрываете 50 тысяч рублей. Вы перед вторым раундом финала. Я должен вас спросить, вы пойдете дальше? Нет, я не пойду дальше. Вы заберете 50 тысяч рублей. Да, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ну что же, кто-то решает рисковать в погоне за миллионом, кто-то решает остановиться, достигнув планки в 78 тысяч рублей. 78 тысяч рублей – это ваш сегодняшний выигрыш. Поздравляю от всей души, Наталья. Благодарю. Уважаемые телезрители, мне кажется, я читаю мысли многих, причем это очень свежая мысль, она зародилась совсем недавно. А не попробовать ли мне сыграть в русскую рулетку? Ну что же, мысли – это начало поступков. Я думаю, что эта мысль очень скоро может привести вас сюда, на эту сцену. Увидимся в игре «Русская рулетка». Прошу вас.